Пункт трансмиссия представлен он коробкой передач и дифференциалом. Я даже не знаю, с чего начать. Если обобщить мои знания, я в принципе одинаково не разбираюсь как в этом, так и в этом. Начну, пожалуй, с дифференциала. Он у меня заблокирован, то есть он по сути свою функцию не выполняет. То есть название дифференциала происходит от корня different, то есть изменение. Тут же никакие изменения скоростей левого и правого колеса не происходят. Они связаны с жесткой связью. Также нам на выбор предлагают вискомуфту. Насколько я понял, это некий аналог торсена. То есть в расслабленном состоянии колеса свободны, но при нагрузке они блокируются со 100% значениями. Есть также дисковые, которые я не умею настраивать. Я не знаю, какие значения надо сюда вбивать именно для реалистичности. И также открытый, собственно, гражданский дифференциал. Зачем нужен дифференциал? Так же, как и с передними колесами, задние колеса ездят по разному радиусу. Так как они ездят по разному радиусу, у них также разная скорость. И также, чтобы не было подъедания резины, сделан дифференциал. Но для чего тогда делается блокировка дифференциала? Для чего она нужна? Так как при активной езде вес перемещается только на одно колесо, соответственно, второе колесо получает меньшее сцепление с дорогой, чем второе. А весь момент перекидывается на подвешенное колесо. Соответственно, нагруженное колесо не получает тяги в полной мере. Вот как видно, весь вес переместился на противоположную сторону. Одно колесо немного, у одного из колес идет сильный перевес по нагрузке, и вся мощность двигателя передается на то колесо, которое сейчас менее зацеплено с дорогой. То есть вот даже можем включить четвертую передачу. То есть получается, что никакого ускорения не происходит. Вся мощность двигателя уходит в пустоту. Именно для этого придумали блокировки дифференциала. Про данный дифференциал я ничего толком сказать не могу, потому что я в принципе не знаю, как его настраивать. И в целом, насколько знаю, что в дрифте они тоже долго не живут. Потому что нагрузки идут большие, и постепенно все эти значения уменьшаются. Вискомуфта, насколько я понимаю, это что-то типа торсена. Изначально я пытался на ней делать, но в конце концов просто решил полностью заблокировать дифференциал. Потому что если придется переносить данную настройку на реальную машину, где вот придется искать торсен, дисковый дифференциал, они по-любому будут стоить денег, возможно даже немалых. А просто открытый дифференциал превратить в закрытый ничего сложного не составляет. То есть я просто-напросто заблокировал дифференциал. Да, теперь видно то, что задние колеса соединены постоянно и вращаются с одной скоростью, и их силы разводят в разные стороны. Thank you.
но опять-таки в заносе. Никакого перемещения тяги на более подвешенное колесо нету, так как они вращаются всегда с одной скоростью. И так как второе колесо подвешено, то в принципе негативные эффекты от сплошного вала нейтрализуются. То есть главный плюс у блокированного дифференциала то, что оба колеса соединены намертво, никакого распределения по осям момента у него нету. То есть при блокированном дифференциале можно всегда передавать полностью всю мощность двигателя на ведущее колесо. Вискомуфта также, насколько я понимаю, блокирует на 100%, только она при сбросе газа отпускает блокировку. То есть работает по принципу Торсона. А вот с дисковой блокировкой есть нюансы. Обычно на автомобиле обычно устанавливают такой дифференциал. В частности, я вот знаю, что на BMW есть дифференциал, называется он 0.25. Что это означает? Это означает, что он идет 1 к 4, то есть это идет разница в передаточных отношениях. То есть, когда у вас одно колесо, как в том повороте на открытом, начинает буксовать, на второе колесо нагруженное передается крутящий момент в соотношении 1 к 4, то есть деленное на 4. То есть одно колесо буксует 4 раза, а нагруженное 1. Идет соотношение 1 к 4. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы машина не была слишком резкая. Потому что на дифференциалах сплошной блокировкой, когда оба колеса буксуют с одинаковой скоростью, машина становится достаточно резкая и может в любой момент выйти из-под контроля. На супрах и на туриках используются как раз таки блокировки Торсона, которые жестко блокируют. Соответственно, после того, как владельцы дают по газам, задняя ось полностью блокируется, приравниваясь к заварке, ее начинает сильно таскать. На дисковой же колесо, которое находится на более скользкой поверхности, буксует, а на второе колесо передается с неким передаточным момент. И благодаря тому, что эти моменты разные, машина ведет себя более предсказуемо. Но в то же время нагруженное колесо получает меньше момента от двигателя, чем могла бы при обычном блокированном дифференциале. Вот на мою настойку дед как-то скидывал дифференциал. По его словам, это был супер дифференциал. Но когда я начал на нем ездить, я заметил то, что двигатель едет на все обороты, но машина не ускоряется, то есть она практически стоит на месте. И так раз-таки я думаю, что это связано именно с этим передаточным отношением, то, что на колесо нагруженное передается не весь момент, который выдает двигатель. В общем, получается достаточно странное чувство, то что машина начинает ехать медленнее,
становится эффект, как от скутера. Когда ты жмешь на полную ручку газа, она еле-еле ускоряется. Вот это что-то типа этого. Если машина с дифференциалом подобна скутеру, где на вискомуфте, то блокированный дифференциал можно сравнить как с обычным мотоциклом, где именно надо будет вручную регулировать тягу. То есть тут уже ты полностью педалью газа решаешь, сколько у тебя будет крутиться заднее колесо, а не просто давишь на дифференциале в надежде, что он там перекинет побольше момента. Но с другой стороны, кто считает то, что у полностью блокированного дифференциала одни только минусы и один только плюс, что это доступно, есть же большое количество целых гоночных серий, у которых используется только блокированный сплошной вал. Ну там не блокированный дифференциал, там просто его нету, там сплошной вал идет. А также знаете, на какой машине сплошной вал? Что японцы настолько глупые, чтобы ставить на машину сплошной вал. Данная машина первый же год своего выступления побеждает на 24 часа Лиман, то есть она 24 часа накручивала круги на Нюрбургринге, после чего данную машину просто запретили, так как никто не мог ей составить конкуренцию. Что касается дрифта, блокированный дифференциал дает тебе больше возможностей, но и также требует от тебя больше усилий по его контролю, так как у тебя полностью вся мощность двигателя, по сути, передается уже на одно колесо, и тебе придется вручную уже регулировать, насколько сильно она забуксовывается. Если же у тебя тактика такая, что просто давлю на газ, еду куда хочу, едем прямо-прямо, а потом типа прочим налево все дела, то тогда дисковый, он тебя немножко уменьшит мощность, которая передается на колесо. Колесо, соответственно, будет буксовать меньше. А когда колесо буксует меньше, получается больше зацеп. Я думаю, это главный фактор, который влияет именно на износ шин. То некоторые удивляются, почему у меня так быстро лопаются шины. Растираются они быстро, потому что у меня полностью вся мощность двигателя передается на заднее колесо. А у того, кто использует дисковый дифференциал, там идет некоторое понижение. Для большей наглядности загруженности задних колес можно посмотреть этап во Франции. В данном случае это финал, где отчетливо будет видно, как нагрузка перемещается с одного колеса на другое. Step on the podium of the round two of the Drift Masters European Championship, firing through the gears. McKeever thrown it in, Shannon thrown in, right there behind him. But McKeever's got the pace, and now McKeever starts to pull an advantage. He certainly does. He starts to drive away from Jack Shanahan. Look at the separation that has unfolded right now. Shanahan is going to want to try and make a dive, but I don't think he's got any room left to do it. He can't. Oh, what a big error from Shanahan as he comes into the second inner clipping point, and Dwayne McKeever drives across. Как вы могли заметить, сначала идет правый поворот. Вся нагрузка перемещается на левое колесо, на левое переднее колесо и на заднее левое колесо. То есть заднее колесо отвечает за ускорение, переднее левое за именно направление. То есть видно, что заднее колесо находится под нагрузкой и начинает активно дымить. Но что происходит после перекладки? Левое колесо, которое только что дымило, у нее попадает дым, остается лишь маленький дымок, что сигнализирует о том, что нагрузка с левой стороны машины пропала и переместилась на правую сторону. И сейчас
за направление движения отвечает правое переднее колесо, а за ускорение отвечает заднее правое колесо. И в данном случае будет отчетливо видно, что дымит только одно заднее правое колесо. Левое перестает. На этом кадре хорошо видно, что всю дугу дымило только одно правое колесо. Левое практически не участвовало в ускорении. Right there behind him, but McKeever's got the pace, and now McKeever starts to pull an advantage. He certainly does. He starts to drive away from Jack Shanahan. Look at the separation. То есть я считаю, если переместить данный эффект переноса масс с одной стороны на другую, с левой на правую и с правой на левую, на Life at Speed. Right there behind him, but McKeever's got the pace, and now McKeever starts to pull an advantage. He certainly does. He starts to drive away from Jack Shanahan. Look at the separation. То, так как у меня используется полностью блокированный дифференциал, то есть оба колеса вращаются с одинаковой скоростью, то негативные эффекты от полной блокировки снижаются, так как вес все равно перемещается только на одну сторону машины, а плюсы, наоборот, увеличиваются, так как мощность от двигателя полностью передается на колесо, без всяких потерь. В случае, если бы в данном случае был бы у меня дифференциал, то он все равно какую-то часть передавал бы на вот это подвешенное колесо. Соответственно, были бы потери в тяге. На машинах с запредельной мощностью, где нету особо возможности управлять двигателем, дифференциал, возможно, и поможет немного сбавить эту всю бешеную мощность, которая передается на одно колесо, и благодаря дифференциалу на него попадет меньше вращающего момента, вследствие чего оно будет меньше забуксовываться, соответственно, будет больше зацепа. Но я предпочитаю полностью вручную контролировать забуксованность заднего колеса. То есть, если кому-то нравится больше просто давить газ в пол и рулить из стороны в сторону, я буду гнать, я буду ехать быстро-быстро и поворачивать налево, когда надо, то да, там, наверное, лучше оставить дифференциал. Но если кто-то, как я, хочет контролировать практически каждый узел в машине вручную, то можно использовать полную блокировку. И также тут остается коробка передач. Каждая передача разбита на передаточные числа и также передаточное число редуктора. Только заднюю передачу здесь нельзя настроить. В коробку я тоже практически не лез, это коробка с настройки донора, но я ее удлинял, потому что машина не могла разогнаться до 200, и это у меня была проблема на какой-то из городской трасс. И я ее немного удлинил, и на этом все мои махинации с коробкой закончились. То есть, если с самого начала она меня напрягала тем, что она была слишком длинная, то сейчас она меня немножко напрягает, что она слишком короткая. В основном мне не совсем нравится моя третья передача. То есть по звуку понятно то, что она коротковатая. В общем, по коробке есть вопросы, так же как и по редуктору. В идеале, конечно, иметь какую-нибудь таблицу, где было бы полностью расписано реальные показания коробок, сколько передаточно на первой, сколько передаточно на второй передаче, на третьей, четвертой, пятой и так далее. И также отдельную табличку с реальными редукторами, где можно было бы их подбирать и смотреть что да как. Просто перебирать на глаз, да, особо смысла я не вижу. Какие в принципе существуют коробки, конкретно в дрифте? Это классическая коробка с классическим переключением. И также секвентальная. Классическая коробка получается более длинная, в то время как у секвентальной получается одна передача длинная, а потом щелкаются уже короткие. Я же сторонник классической коробки, но у меня тут получается некая смесь.
Ход мне моя коробка не дается на все 100%, но понимая, сколько на ее настройку уйдет времени, я просто смиряюсь с тем, что есть, и езжу на ней. Я бы для себя только бы, наверное, удлинил бы третью передачу, и, соответственно, надо будет сдвигать четвертую и пятую. В целом, по коробке я в основном езжу на третьей передаче, на медленных поворотах, бывает, включая вторую, ну и также на больших дугах, включая четвертую. То есть первую я никогда не пользуюсь, бываю даже стартую сразу со второй, третья у меня основная. В основном использую только одну передачу, если же третья уже слишком много, перещелкиваюсь на вторую. И также если третья уже уходит в отсечку, переключаюсь на четвертую.